сейчас объяснять таким тоном? Ты понимаешь, что сейчас ты сидишь, человек извинился перед тобой, человек подошел, сказал, ребята, извините, меня занесло. После этого ты сидишь, ты поворачиваешься на него, кричишь, на матах разговариваешь, тем самым провоцируя человека дальше. Зачем? Я его не провоцировал. Чтобы мы с ним дальше ругались. Нет, я его не провоцировал. Нет, ты повернулась и начала с ним на матах жить, кричать. Это диалог между мной и Димой был. Причем здесь ты? Ты что, обалдела совсем? В смысле? В смысле, причем здесь я? Ты орешь на мужика дурниной? Потому что орёшь. Он до этого так со мной жил. Но он извинился за это. Сказал меня за несколько. С подачи. Ни с какой не с подачи. Он подошел сейчас без всякой подачи и извинился. Перед этим подошла Яна, извинилась, объяснила ему, что он не прав. Какая разница, какая разница, человек извинился, Настя. Хорошо. Человек извинился за свои слова. Жень, я не Безусловно. Послушай, Настя, ты не слышишь со стороны, как ты разговариваешь. Я удивился, вообще, Юбиза спрашивает, что ее так несет-то, типа. Ты обычно не так разговариваешь, Настя. Да потому что меня это бесит. Я не хочу это обсуждать, мне плевать. Хорошо, мне обсуждать.